Холера, а? Ось сломалась. Погодь. Сейчас нам другой экипаж подадут. Ты что, слепой? Куда прешь? Прости, любезный. У нас пролетка сломалась. Придется вам дальше пешком. Но ты знаешь, кого я везу? Что сказал? Ну, с дороги же. Волыну давай. Ого. Как тебе, Калин, такой номер? Пусть идет. Так это ша. Пусть идет, сказал. Кошелек сегодня добрый. Давай, Борис, за шампанским! Гуляем! Домбергс. Что? Кого ограбили? Понятно. Звонили из ЧК. Час назад ограбили Владимира Ильича Леонида. Кажется, фильм вас впечатлил меньше, чем «Хроника с фронтов». А? А, да. Колчак с Деникиным. Антанта, а мы тут силы на всякую шушеру бандитскую тратим. Жалеете, что здесь, а не на фронте? Жалею. Здесь тоже фронт. Вот мы и пришли. Я хотел поговорить, то есть сказать. Ну, говорите же. Анна, Аня, понимаете, я... А давайте перейдем на «ты». Ну, что мы все «вы» да «вы», а? На «ты»? А почему прямо сейчас? Ну, потому что сейчас я... Да не умею таких слов говорить! В общем, Аня, выходи за меня. Петр, вы... Петя, прости меня. Это правда так неожиданно. Прямо так вот замуж. Сразу. Да где уж сразу-то? Мы с тобой сколько уж... Ну да, не так, чтобы очень давно, но и время-то какое. Ань, люблю я тебя, понимаешь? Так что давай уж сразу. Да, да. Петр, ну кто же так делает предложение? И чтобы ответ вот так вот немедленно. Но мне же еще нужно подумать. Ань, ну что думать-то, а? Прости, но для меня это очень серьезно. Я так сразу не могу. Мне еще надо с братом поговорить. Так сейчас и поговорим? Прошу. Ты что? Идем. Петр, ты с ума сошел? Послушай, не торопись, я должна Ань, сама. Ну а что тянуть-то? Ну, Петр, ну я прошу тебя, пожалуйста. Да не переживай ты так. Идем. Петр, ну куда ты? Послушай, я... Здорово. Разговор есть. В общем так, Вараксин, мы тут с Анной... Николай, что случилось? Заманский погиб. Кто? Друг Николая из гимназии. Да. Когда друг уходит, это... Не, ну, раз погиб, значит, воевал. А на чьей, кстати... стороне. Бараксину аппарата. Быстрее, быстрее! Не вставай! Домбергса не видел? Нет, не видел. И
Иванов, ну что копаешься? Давай. Ну что у вас? Ну пока без результатов. Значит так, пока эта контра гуляет на свободе, никто спать не пойдет. Все, прочесываем все злачные места, допрашиваем подозрительных. Давайте, работаем! Так что ты там насчет Мартыновски говорил? Потолковать хотят. Назар пока рыло воротит, а вот его людишки гонца прислали. К тебе просятся. Просятся? Да. Говорил я, что ко мне люди пойдут. Толпой повалят. Говорил? А знаешь почему? У тебя сила. Нет, Калина. Сила вон и у Назара есть. А толпа от него ко мне идет, потому что у меня закон. Любому человеку закон нужен. А вору втройне, потому что вору больше верить некому. Ни богу, ни черту, ни царю. Тебе братва верит. Я только объяснить им не могу, зачем ты Ленина отпустил. А это тоже закон. Если ты вор, не лезь в политику. Ну и потом, зачем ослаблять большевичков? Пока красные с белыми в одной силе, кутерьма это никогда не закончится. Золотое для нас время, Калина. Ох, золотое. Чекисты нашли машину Ильича. Ну, хоть что-то. Где нашли? Бандиты просто бросили ее на дороге. И еще. Водитель вспомнил, что главаря бандитов звали Кошелек. Ядрен копоть. Кошельков. Да вы понимаете, что это значит? Это значит, что белое офицерье не брезгует даже помощью бандитов организовать покушение на главу совнаркома. Только рука у этой падали не поднялась на вождя мирового пролетариата, потому что кишка тонка. Ну, вам виднее. Ведь вы же занимались его бандой. Теперь кошельковцами будут заниматься все. Соколов, Фараксин, подключайтесь. Не надо никого подключать. В банду уже внедрен агент. Ее ликвидация – это вопрос нескольких дней. Да? Есть ли у нас эти несколько дней? Вот вопрос. Все равно. Я считаю, дело политическое. И подключать работника царского сыска, пускай даже бывшего, не следует. Товарищи, я прошу не забывать, что все друзья господина Вараксина в данный момент на стороне белых. Так, товарищ Гутовой, вы тоже не забывайте, что Николай Александрович с нами работает не первый день. Все слышали мое распоряжение? Выполняйте. Мой погибший друг Костя Заманский служил в армии Корнилова. О его смерти я узнал из письма другого моего друга, тоже белого офицера. И ты мне это так спокойно рассказываешь? Ну, я думаю, что вы не побежите сейчас Гуртовому или в ЧК докладывать. Не побегу, только что же этот твой друг-то? Ну, Костя сделал свой выбор. А ты? Твой выбор какой? Преступников ловить, Соколов. Преступников. В следующий раз смотри, куда едешь. Ладно. По-моему, это пустая трата времени. Сотрудники ЧК уже осматривали автомобиль. Или милиция нам не доверяет? В этом дело. Просто для Вараксина любая мелочь важна. Вот он еще раз решил все осмотреть. Ну и что он там ищет? Ну, то, что поможет понять личность преступника. Янька Кошельков по кличке Кошелек. Вор-рецидивист, теперь еще и контрреволюционер. Вот и вся личность. Что здесь понимать? Ну, например, почему не тронул Ленина? Раз контрреволюционер. Ничего, из Ловина спросим. Много нашли? Да нет, вот. Пробка от шампанского и вещица. Явно женского туалета. Ну, теперь вы про Кошелькова точно все знаете. Ну, конечно, мы знаем немного, но кое-что известно. Завладев машиной, Кошельков пил с дружками шампанское, катал даму, возможно, даже не одну. Но, одним словом, кутил. Мне кажется, это как-то мало похоже на заранее спланированное политическое покушение. Ну, хорошо. Предположим, что Кошельков случайно натолкнулся на машину Ленина. Есть новости. Ну, говорите! Хорошо. Моему агенту стало известно, что Кошельков совершит сегодня налет на ресторан «Эльдорадо». Ваш агент знает о планах Кошелькова. Это серьезно. А мы здесь не бирюльки играем.
Эльдорадо, говорите? А что, там сегодня будут какие-то очень серьезные посетители? Какая разница? Нет, я просто очень хорошо знаю это место. Обычная публика для Кошелькова мелковата. Может, сам и не прийти. Придет. Господин Вараксин, давненько вы к нам не заглядывали. Все не досуг, любезнейший, все не досуг. А у вас, я смотрю, ничего не меняется. Меняется, Николай Александрович, меняется. И меню победнее, да и посетители. Ну, как ты по этим не скажешь. Остатки было роскоши. Последние, можно сказать, промышленники, чей-то юбилей отмечает. Понятно. Ваш любимый столик как раз свободен. Прошу. Благодарю. Кстати, у нас новая прима. Прекрасная певица. Прекрасная. Сейчас как раз ее выход. Прошу. Давай еще. Давай. Ну что тут? Пока тихо. Да не переживай, ты оцепили все плотно, муха не прилетит. Дамы и господа, царица нашей маленькой сцены, несравненная Тамара, встречайте! Перебите поломанные крылья, дикой болью всю душу свело, кокаина серебряной пылью все дороги мои замело. Воровать я тогда не умела, на базаре учили воры, а за это я песни им пела, эти песни далекой поры. Все поют и веселятся, а Кошелькова нет. Может, передумал? Все дороги мои замело. Тамара, вы просто чудо. Благодарю. Благодарю вас. Золушки, Грошенечка, да. Очень прекрасно. Я. Здравствуй. Здравствуй. Я была уверена, что ты уехал. Как видишь, я остался. Дамы и господа, попрошу внимания. Вас ждет удивительное чудо магии и волшебства. Мы еще поговорим, хорошо? Настоящий факир из далекой Индии. Встречайте! Вы кто такой, что за шутки? Дамы и господа, как видите, я не совсем из Индии и совсем не факир. Но кое-какую магию и волшебство я вам обещаю. Позвольте представиться. Яков Кошельков! Стоять! Спокойно, господа, спокойно. Милиция! Мы не собираемся никого грабить. Поймите, властям надо платить налог, так уж заведено. А мы тоже власть. Это ни у кого не вызывает сомнений. Прекрасно. Порадуйте нас своим искусством, мадам. Мадам. Зачем вам, мадам? Пойте, мадам. Я не привык, когда мне отказывают. Играйте! Алло, господин, давай. Шустрее. Остаемся. Ты тоже снимай. Давай. Снимай быстро, бегом. Складывай сюда, тоже снимай. След снимай. Молодой человек. Детям ставим. Ну что ж, господа,
Надеюсь, эта маленькая экспроприация не слишком испортила вам вечер. Ну, а теперь разрешите откланяться. Мадам, не откажитесь скрасить мое одиночество своим чудным пением? Оставьте женщину, Кошельков. Так и знал, что легавый. Только за лицо. Атокан, быстро! Черт, быстро, за мной! Давайте, шевелитесь, давай! Давай быстрее, прошу. Ты как, в порядке? Да, все хорошо. Николай. Стой там. Ну че, мусорок, добегался? Волыну. Волыну отдай! А ты храбрец. Бросился спасать даму. Благородно. Ну че вы тут? Скройся, бурый. И ты иди. Да нет, я лучше за этим присмотрю. Иди, иди. Мне с господином товарищем покалякать надо. Быстрее! Они не могли далеко уйти. А знаешь, я тебя даже отпущу. Ну, а чё? Гоняться за мной – это ж твое дело. Твой закон. А я честных легавых без нужды не трогаю. Это уже мой закон. Если хочешь, воровской. Воровской? А такой есть, Кошельков? Закон он или один для всех, или это уже не закон? Чёрт, ломай дверь! Жаль. Прерывать дискуссию. Пошел. Вараксин живой? Живой. Там, смотри. Там дверь. Где они? Там. Ну-ка быстро ломайте! Там вход в другой подвал, за ним еще ходы. Пока сломаете, Кошелькова уже не достанет. Они так сюда и пришли. А ты откуда знаешь? Ты что, с Кошельком говорил? Я говорил, но не о том. А о чем ты с ним говорил? А почему он тебя отпустил, а? Кошельков и Ленина отпустил. Товарищ Думбергс. Вы вообще что имеете в виду? Просто не надо валить с больной головы на здоровую. Операции командовали вы. Фактически Кошельков ушел у вас из-под носа. А я себя ответственности не снимаю. Я недооценил. Да мы все недооценили Кошелькова. Он, знаете, непростой уголовник. Очень непростой. Очень. Я наблюдал за действиями у людей. Очень четко, организованно, почти по-военному. А как все спланировано, Рихард Тодович? Войти в ресторан подвальными ходами. Итак, Янька Кошельков, он же Кузнецов. Родился и вырос в Сибири в семье каторжника. С детства воровал, грабил. К 17-му году уже 10 судимостей. Из Нерчинска освободила февральская революция. Я не знаю, откуда что взялось, но то, что он делает сейчас, очень похоже на подпольную боевую террористическую организацию, которую придумали и создали ваши левые сэры. Думаю, что на рудниках очень плодотворно пообщались. Товарищ Вараксин, мы не эсеры, мы большевики. Вы к чему это все? Простите, что я оскорбил ваши партийные чувства. Позвольте, я продолжу. Так вот, организация эсеров обладала очень высокой дисциплиной, круговой порукой и четкой иерархией. Думаю, что Кошельков пытается создать то же самое сейчас и у нас. Подмять под себя других маргиналов и стать единовластным хозяином и королем преступного мира Москвы. В нынешней ситуации у него может это получиться. У него даже есть своя идеология, свои законы. А, идеология? А скажите, он вам ее раскрыл вчера в личной беседе, не так ли? Вы знаете что? Если бы я мог взять Кошелькова вчера, я бы его взял. Я думаю, что рано или поздно я это сделаю. Николай Александрович, у вас есть конкретные предложения? Надо проверить служащих ресторана. Думаю, что Кошелькову кто-то навести. Ну, хорошо, я этим займусь. Кошельков упомянул имя своего подельника по кличке Бурый. Я в архиве нашел его папку. Здесь фотографии, адреса родственников, места, где бывает. Понятно. Пошукаем.
Ну что, здесь глухо? Пройдемся по кабакам, да? Да, хорошо, соберу людей. Давай. Да, это я знаю, понятно. Что дальше там? Да там все непонятно. Сейчас увидимся. Видишь, как все получилось? Ты ведь меня снова спас, как 8 лет назад. Тамара, я пришел по другому поводу. Не хочешь говорить об этом? Да, я понимаю, я тогда исчезла, даже не попрощавшись. Послушай, я пришел поговорить о вчерашнем налете. Скажи, ты не узнала никого из бандитов? Ну, может быть, кто-то крутился около ресторана несколько дней назад. Кто-то из персонала вел себя странно. Нет. Нет. Ну, хорошо, если что-то вспомнишь, я тебе сейчас напишу свой адрес. Ты живешь все там же? А ты помнишь, где я живу? Я помню все, Николай. Как же ты его упустил, а? Ну и кого вы опять упустили? Соколов. Да, Бурова. Засек его в кабаке с каким-то мужиком. Пошел за ним, а он нырнул в проходной двор. Я туда, а он уже в пролетке. Только я его и видел. Не мог он меня заметить, никак не мог. Да, возможно, и не заметил. Просто научил Кошельков своих от возможного хвоста уходить. Похоже на то. В ресторане-то что? Да ничего существенного. А с кем, вы говорите, Бурый встречался? Да по виду такой же бандит. Да, у него на руке левой 2 пальцев не хватало. Опа! Неужто Беспалый, а? Кто такой? Ну, это мелкая сошка из банды Мартына. Я с ними работал, как облупленных знаю. Очень интересно. Человек Кошелькова встречается с человеком Мартына. А сколько у него там гавриков-то? У Мартына? Да. Да не более 10 сейчас. На кой Кошелькова это шушера? Скверно, очень скверно. Похоже, Кошельков подминает под себя мелкие банды. Это к вопросу о короле уголовного мира. Соколов, а вам не показал, что они о чем-то договаривались, а? Точно. Поговорили, опрокинули за это дело по стопочке и... Так, за кошельковцами проследить сложно. Похоже, они хорошо обучены. А вот за Мартыном... За Мартыном можно. И думаю я, что Кошельков очень скоро с ними встретится. Ну, а что, можно попробовать. И не надоело вам учительница, Анна Александровна? Скукота, небось. Параграфы до спряжения. Все спряжения до параграфы. Это какое стихотворение? Я ее с собой за пластик снял, пускай. Вы что, а? До свидания. До завтра. До свидания, Анна Александровна. Петр, здравствуй. Здравствуй. Цветы? Спасибо. Где же ты их взял? Да что цветы? Я ж для тебя хоть... Ты подумала, ну, над моим предложением? Петр, не торопись. Я прошу тебя, дай мне время. Я же тебе говорил, что это серьезно для меня. И я сказала тебе, что должна... Должна поговорить с братом, ну? Ты не говорила? Пыталась. И что он? Ничего. В том-то и дело, он молчит. И я не понимаю. Зато я понимаю. Бандитов вместе ловить — это пожалуйста. А с матроснёй породниться дворянская кровь не позволяет. Ты что такое говоришь? Дело совершенно не в этом. В этом, Аня, в этом. Ничего, будет тем матросня. Эй, ты что? Что ты собираешься делать?
Ну, здорово. Петр, спасибо, что проводил меня. Да погоди, Анют. Я же не просто так пришел. Я ж свататься пришел. Ну что, Миколай, будешь шурином моим? Давай, не пожалеешь. Соколов, вы пьяны? Не, хотя мысля, что надо. Беспалы точно там? Там он. Я его сюда от самой хаты вел. Опа! А вот и Мартын. Прав, Вараксин. Как всегда, прав. Пошли. Ну, где ты тут свои коньяки с шампанскими прячешь, а? А знаешь что, а давай-ка лучше водочки, а? Душа просит балласта на грудь принять. Послушайте, Соколов. Соколов? Не, никаких буржуйских политесов. Мы ж без пяти минут с родственнички. Я для тебя Петя, а ты для меня Коля. Тащи водку, Коля. Ничего, не все нормально. Водки Пети нет. Так что будем мы с тобой коньячок хряпать. Если ты, конечно, не возражаешь. Ну и зачем этот балаган? Это ты меня спрашиваешь? Сам уже всю душу вытряс! Ну, любим мы с ней друг друга, чёрт, ты не видишь, что ли, а? Что ж ты как... Давай! Кончай эту канитель! Скажи, что ты не против! Хотите, чтобы я сказал? Так вот, я против. Вараксину аппараты. Понял. Понял, сейчас подъедем. Ну что, братва, все по рынкам да подворотням шустрите. Жидковат нынче улов-то. Зато весь наш. Ну да, весь. Два тайменя. Один с блоху, другой помене. Пойдете ко мне, половину хабара будете отдавать. А не жирно? Половину-то. Так не в мой же карман. В общую кассу. Общак. Кто из своих в беду попадет, будет на что выручить. К тому же та половина, что у вас останется, будет втрое больше того, что есть. Это как же так? Так время, Мартын, нынче такое. Жирных карасей не осталось. Кто не за кордоном, того шлепнули. Кого тебе своей братвой доить? Все ценное нынче на заводах, на складах да в артелях. А они под охраной. Туда малыми силами не сунешься. Потому я вам и говорю. Вместе нам надо держаться. Вместе. Да. Красиво поешь, красиво. Но как обманешь? Я своих не обманываю. И другим не прощаю. За обман и предательство смерть. Такой у меня закон. Закон. А на что вору закон? Любой твари закон нужен, а человеку подавно. Вот поэтому ко мне люди идут. Так что кумекайте, братва, кумекайте. Только недолго, пока вас мусора поодиночке не повязали. Что у тебя? Тихо, Кошлякова не видать. А Мартын со своими час уже как там? Уже час, говоришь? Ну что, Кошляков наверняка уже там. Ну, команду, команду, нечего ждать. Вперед, парни. Вперед. А ты, значит, от мусоров заговоренный. Да нет, видать, не заговоренный. Сейчас сюда мусора заявится. Кто-то из вас хвоста привел. Чего? Жа, не дергайтесь. Мои люди их задержат. Уходим спокойно. Но быстро. Валим. Черт, стой, бросай оружие!
Слушай, Василек, я говорил, не надо было одному идти. Надо, Калина, надо. Если вожак не лихой, это не вожак. А вот теперь мартыновцы пойдут за мной. Вот увидишь, пойдут. Наших никого не подстрелили. Никого. Интересно, откуда легавые взялись? Может, кто из мартыновских, а? Да нет, это тот цыскарь, что в ресторане геройствовал. Цепкий заноза, как его, Вараксин. Ты что, знаешь, кто это? Да, уже знаю. Но ничего, посмотрим, кто кого. Гонец, что от Беляков, который ко мне пробивался, он тебя еще на крючке? Ну, а тебе что? Ты же говорил, мы в политику не лезем. Да и ЧК его пасет. Пасет? Хорошо, очень хорошо, что пасет. Очень хорошо. Доброе утро. Анна? Как ты изменилась? Тамара, откуда вы? Что вам угодно? Мне нужно поговорить с Николаем. По делу. Прошу вас. Вы можете подождать здесь, я его позову. Хорошо. Кто-то пришел? Тамара. Говорит по делу. Я не понимаю, какие могут быть дела. Ты думаешь, я не помню, сколько у тебя из-за нее было неприятностей? И вообще, мне кажется, что у тебя с этой женщиной не должно быть никаких. Ну, вот теперь ты мне указываешь. С кем у меня что-то должно, а с кем не должно. Здравствуй. Здравствуй. Прости, что я в такое время. Ты просто оставил адрес, если я вдруг что-то вспомню. Ну, и ты что-то вспомнила? Да. Ну, может быть, это не важно, но одного из бандитов звали... Боров или Бурый, как-то так. Спасибо. Спасибо, это очень важно. Правда? Угу. Я рада. Я очень хотела тебе помочь. Да нет, просто хотела тебя увидеть. Не надо, Тамара. Не надо, я не хочу тебя обманывать. Не надо. Да. Ну что ж, я пойду. Нет, я так не могу. Николай, а ты не опоздаешь на службу? Видите ли, Николай в это время ходит на работу обычно. У него очень важная работа. Аня. Аня права, я не вовремя. До свидания. Доволен. Молодец. Кстати, как твоя сестренка? Надеюсь, свежий воздух и хорошее питание ей на пользу? Ей гораздо лучше. Спасибо. Да. Повезло Катюхе, что у нее такая любящая сестра. Кошельков, ты когда меня перестанешь мучить? Мучить? О чем ты, Тамара? Ну, навела пару раз на пирующих толстосумов. Тебе что, правда, жалко, что я чуточку облегчил их карманы? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Вараксин? Так и с ним ничего не случится. Ну, найдут вот эту вот вещицу на какой-нибудь Бладхате. Отстранят от дела. А мне только это и нужно, чтобы твой ухажер оставил меня в покое. Он не мой ухажер. Правда? Ну, тогда тем более. Не понимаю, зачем Кошелькова с Белыми связываться? Эта информация проверена. У Кошелькова здесь на хате встреча с гонцом от Белых. Странно как-то. Это он! Стоять! Так, давай дворами! Вы за мной! Есть!
Бросай оружие! Вот так. Что ж ты делаешь-то, а? Похоже, ничего интересного. Все-таки зря ты его убил. Ничего. Одним белым меньше, даже если ничего не найдем. Ты чего? Ничего. Как угорелый. Что-то случилось? Вараксина не видел? Так он с Гуртовым ушел, с агентом он встречаться. Так что жди. Нет, Кошелькова я не видел ни разу. А с кем еще из банды контактируешь? Только со Штырем и Серым. Штырь вроде как мой начальник, а Серый. Серый такой же, как и я. Понятно. Система троек. Все по законам конспирации. Кошельков бандит. Откуда ему знакомы законы конспирации? Ну, не знаю, поднахватался кое-что на каторге. Пообщался с вашими друзьями по революционной борьбе. Слушай, Вараксин, ты бандитов с большевиками не равняй. Ты что вы, у меня и в мыслях не было. Ну, хорошо, где встречаетесь со Штырем и Серым? В кабаке. Тут рядом, как от меня выйдешь, направо на углу. Да Серый там целыми днями ошивается. О каких-то планах банды знаешь? Нет, насчет планов я ничего не слышал, меня пока не посвящают. Я и насчет того нападения на ресторан узнал случайно, услышал, как Штырь с Серым разговаривал. Случайно говоришь? Ну, а прошлые операции какие? Да на кой нам прошлые операции-то? Кем организованы, кто командовал, кто участвовал? Ну, Штырь перед операцией сообщает, куда и когда прийти. Только я пока... Меня в Двальдорадо ресторан не взяли. Потом еще что-то намечалось, но Серый говорил, что Кошельков вроде как все отменил, и я не знаю, почему. Значит, Кошелек мелкие дела отменяет. Готовится к чему-то крупному, да? К чему-то крупному? Ты слышал об этом что-то? Нет. А должен был слышать! Тебя зачем вообще в банду внедрили? Ой, что-то жарковато. Водички не принесешь мне? Что? Я говорю, жарко мне, водички не принесешь? Сейчас. Послушайте меня, Гуртовой. Выводите парня из дела, пока не поздно. С какой это радости? Да не готов он этим заниматься. Я вообще удивляюсь, что они его не раскусили. Если уже не раскусили, да пожалейте вы пацана-то. О, спасибо. Что-то расхотелось. Ну, хорошо, мне пора. А вы, пожалуйста, подумайте над моими словами, Гуртовой. А теперь послушай, что я тебе скажу. Иди сюда. Надо узнать, что за операцию готовит Кошельков сегодня же, а то от тебя проку, как от козла молока. Прекрасно. Встречался с агентом Гуртового. Похоже, Кошельков готовит крупное дело. Очень крупное дело. А что с вами, Соколов? Вот это я нашел на блатхате Кошелькова, куда перед этим приходил связной от белых. Твой. Ты можешь объяснить, как он туда попал?
Я видел его у тебя перед операцией в ресторане. Может, ты его там обронил? Нет, он после этого был у меня дома, а потом я… Что потом? Чего ты молчишь? Что я, по-твоему, должен думать? Что ты и правда связан с белыми? Я сбегу, потом ты. Хорошо. Только ты здесь так не уходи, ладно? Ты хоть понимаешь, что я должен доложить об этом чертовом карандаше Домбергсу? Понимаю. Докладывайте. Только у меня к вам одна просьба. Подождите до вечера. Подождать? Что значит подождать? Ты куда? Стоять! Я тоню. Давай. Ну, да. За тебя. Давай. Пожалуйста, водочка. Спасибо. Значит, насчет дела интересуешься? А что меня за фраера-то держать? Одно слово, что под кошельком хожу, а сам ни разу его не видел. Ну, про кошелька-то ты мне не первый день поешь уже. Запоешь-то ты. Ни дело, ни хабара. Ну, про хабара ты в цвет. Ладно, разговор серьезный. А здесь уши кругом. Так, может, ко мне, Штырь? У меня хата рядом. Ну вот, моя фатера. Да заходи, открыто. Ну, здорово, мил человек. Говорят, ты шибко со мной познакомиться хотел. Ну, давай знакомиться. Стукачок. Я не… Что не? Не стукач? Хочешь сказать, что мои люди ошиблись, да? Пошел. Ну, тогда тебе нечего бояться. Ты же знаешь, у меня все по закону. Это простой закон. И главное в нем знаешь что? Калина, напомни. Мужики, вы чё? Да вы чё, мужики, я… Не сдавай своих. Мужики! Николай, не думала, что ты придешь. Мы ведь с тобой так толком и не поговорили. О чем? О том, почему я исчезла 8 лет назад? Тебе же это не интересно. Я был неправ. У сестры обнаружили чахотку, и я поехала к ней. Я думала, что это ненадолго, но все оказалось гораздо сложнее. Пришлось продать дом и перевести ее в лечебницу. Ну, почему ты мне не рассказал? У тебя были неприятности из-за меня. У следователей, сыскной полиции, отношения с подозреваемой. Если бы я тебе сказала про Катю, ты бы бросил все и искалечил бы всю свою жизнь. Ты был слишком дорог для меня. Но ты могла бы мне написать. Сережки. Помнишь, ты подарил мне их на именины? Помню. Ты
Я была уверена, что ты уехал за границу. Я до последнего момента надеялся, что я не прав. Вот эту заколку я нашел в машине, в которой катался Кошельков после ограбления. Этот гад его не просто убил. Он же здесь суд устроил. Во! Приговор накорябал. Казнен за предательство. Где Вараксин? Между прочим, агента убили сразу же, как я его засветил Вараксину. В тот же самый день! Товарищ Гуртовой, возьмите себя в руки. У вас нет совершенно никаких оснований для того, чтобы... Что? Я не верю в виновность Вараксина, но должен доложить. Вот это я нашел на блатхате Кошелькова. Это карандаш Вараксина. Что? Ну что, товарищ Домбергс, вам и теперь что-то непонятно? Вы что, не понимаете, что Вараксин враг? Его нужно арестовать немедленно! Кстати, а где он? Я не знаю. Что значит, ты не знаешь? Ты полдня скрывал улику. Если Вараксин сбежит, то под трибунал пойдешь ты, Соколов. Это было 2 года тому назад. Кате стало совсем плохо. У меня ничего не было. И я пошла работать певицей в ресторан. Тогда и появился Кошельков. Катя до сих пор жива благодаря ему. И в благодарность ты стала его любовницей. Да. Но только для него это не важно. Ему гораздо важнее, что я работала в разных ресторанах и была наводчицей. Потом он приказал тебе украсть у меня приметную для меня вещицу. Если я его ослушаюсь, то он убьет Катю. Не убьет. Ты мне поможешь взять Кошелькова, а я попытаюсь спасти твою сестру. А если ты его не поймаешь? А если ты поймаешь, и он уйдет? Нет, я не могу рисковать жизнью сестры. Коля, Коля, умоляю, помоги. Помоги, как тогда. Тогда? Тогда ты действительно была не виновата, Тамара. Ну, хорошо. Ты можешь меня сдать властям. Только я ничего не расскажу до тех пор, пока Катя не будет в безопасности. Где она сейчас? В Раёво, в Подмосковье, с сиделкой. Ты Вараксина не видел? Да что ж ты его везде не отыскать не можешь, а? Что случилось-то? Неужто сбежал? Никуда я не сбежал. Мне нужно еще немного времени, по крайней мере, до утра. Агент Гуртового убит. Вот как? Вы арестованы, гражданин Вараксин.